Сэм, Хартман рассказал тебе про озеро. Как-то атака навсегда изменила его жизнь. Он не только потерял тогда семью, но и сам чуть не погиб. У него была остановка сердца на 21 минуту. В обычных обстоятельствах он бы умер. Его спасла терапевтическая гипотермия. Но 21 минута на том свете изменила его навсегда. Возможно, из-за шока его дум-способности усилились. Теперь он при каждой возможности выходит на берег искать родных. Извини, Сэм. Ты прибыл ко мне издалека, а я даже не попрощался с тобой как следует. Будь осторожен. Как я уже говорил, здесь многое напоминает о смерти и уничтожении. Неудивительно, что твари заходят сюда намного чаще. Помнишь модели в моей лаборатории? Они были созданы по рассказам свидетелей. Наверное, они показались тебе странными. Ведь ты же так часто встречался с ними настоящими.
спасибо за ваш уход. Груз проверен. Спасибо. Сэм Бриджес? О, слава богу, это вы. Я боялся, что вы опоздаете. Правда, в последнее время я всего боюсь. Меня преследовали те же видения, что и вас, обладатели Дума. Кошмарная штука. Я думал, кошмары вызваны усталостью. Даже не предполагал, что это может быть связано с Хирали. Нам повезло, что мы успели предотвратить суицид. Мне нельзя умирать. Мои исследования еще далеко не окончены. Ты спасаешь не только мою жизнь, но и мои труды. Я уж думал, получу ли вообще эти лекарства. А ты и в самом деле хорош в своем деле, а? Спасибо. Теперь я часть UCA, с доступом к целой сокровищнице материалов по истории. Изучать окаменевший берег теперь будет куда проще. Если, конечно, я правда смогу доказать, что это он и есть. Но, если честно, и я мечтаю поделиться нашими находками. Представляете, залежи Хирали есть в слое, появившемся 65 миллионов лет назад. Да исторический выход смерти. Хиралий существовал на Земле задолго до появления людей. И этот слой — доказательство. Сэм, посмотри. Видишь вон ту черную трещину? Мы полагаем, что это источник Хиралия. Давным-давно землетрясения привели к слиянию линий разлома и создали слои так называемого псевдотахилита. Мы зовем их окаменевшие землетрясения. По аналогии, можно сказать, что эта трещина — окаменевший берег. Присутствие Хиралия именно в этом слое не может быть случайным. Оно заставляет предположить, что берега появлялись во время вымирания видов в меловом периоде. И не только тогда. Хиральная сеть добыла данные о том, что окаменевшие берега находили и в слоях, относящихся к другим периодам вымирания. Это указывает на то, что Большая Пятерка и другие крупные вымирания видов сопровождались появлением берегов. Расширив хиральную сеть, ты помог нам распознать структуру в этих разрозненных данных. Ты помог нашим исследовательским проектам. И теперь лишь вопрос времени, когда мы сможем восстановить все утраченное и разгадать все оставшиеся загадки. Но это лишь начало. Нужно продолжать. Неизвестно, что еще откроется. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал. Thank you.
Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено. Оно будет изъято, хоть до вас уходит. Все чисто. Добро пожаловать. Thank you.
Оружие разрешено. Thank you.
Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Доставляю груз. Спасибо тебе, друг. Теперь мы сможем продолжить раскопки. Ха, здесь и так хреново. Не хватало нам еще задохнуться. Но о чем мне беспокоиться? Если ты берешь такой опасный груз, значит, все понимаешь. Можешь настроить сеть, пока я работаю. Знаешь что, Сэм Бриджес, хочу попросить тебя об одолжении. Один из местных курьеров нес сюда очень ценный груз, но обронил его по дороге. Это аммонит, которому 200 миллионов лет.
Курьер говорит о нем так, словно он еще жив. Похоже, он нашел его на каменистом поле, которое раньше было спрятано под ледником, но это не все. Он утверждает, что у этого аммонита якобы есть пуповина. Пуповина. Не пойми неправильно, но образец нужно изучить, а я не хотел бы поручать такую тонкую работу дилетанту. Поэтому я попросил его вырезать аммонит из камня и принести мне. Разумеется, я хотел сравнить их с современными образцами поблизости. Поэтому я попросил его выкопать еще несколько вдобавок к тому, о котором он мне сказал. И что же этот кретин учудил? Потерял всю партию. Ему даже не хватило мозгов отметить, в каком контейнере был аммонит с пуповиной. Груз был утерян где-то к юго-западу отсюда. Там, где накапливаются ядовитые газы. Мистер Надежность утверждает, что его сканер грузов сломан, так что груз он уже не найдет. Но ты можешь его найти. Чтобы защитить тебя, я дам тебе кислородную маску. На всякий случай. Возьмешь ее, как примешь заказ. Эта окаменелость могла стать великим открытием. Мы знаем о живородящих рыбах, но аммонит с пуповиной – это нечто невиданное. И если ему действительно 200 миллионов лет, то он из эпохи вымирания видов в конце Триаса. Это тоже большая пятерка. Может, эта пуповина связана с берегом? Мы должны любой ценой найти этот груз. Он мог бы стать ключом к разгадке механизмов происхождения выхода смерти. Мы так близки, буквально в шаге от понимания истинной природы этого феномена. Скорее, Сэм, нам нельзя потерять этот аммонит. Отлично. Доступен новый заказ. Кислородная маска? Отличная мысль. Она фильтрует воздух, позволяя дышать как обычно. Она защищает от ядовитых газов и уменьшает усталость от активной работы, позволяя легче сохранять равновесие. Я бы посоветовала ее не выключать, но аккумулятор у тебя не бездонный, так что не надо так делать.
Разрешено. Thank you.
Строительство завершено. Слишком растянул.
проволоку.
Сканирую удостоверение, Ридлис. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Я должен его увидеть. О боже, он просто великолепно сохранился. Это невероятно. Спасибо, что нашел этот груз, Сэм. И да, там действительно лежит аммонит с настоящей пуповиной. Я уже отправил Хартману снимки и предварительный анализ по сети. Любопытно, что окружающий пласт содержит следы смолы, что согласуется с одной его теорией. Ладно, знаю, что ты только что принес этот аммонит сюда, но я хочу, чтобы ты доставил его моей коллеге, эвобиологу. В последнее время ее интересует смола. И я думаю, она загорится идеей изучить этот образец. Весьма примечательно. И это твоя заслуга. Строго говоря, она изучала, как смола могла повлиять на развитие разных организмов. Я также попрошу тебя забрать смоляные баки у ее убежища. И доставить их вместе с аммонитом. Ей будет слишком опасно отправляться за ними самостоятельно. Поэтому заняться этим придется тебе. Помогая ее исследованиям, мы сумеем хотя бы немного приблизиться к тайнам выхода смерти. Мы ведь уже так далеко продвинулись, изучая добытые сетью данные. Но уверен, мы способны на куда больше с твоей помощью. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию.
Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Оружие разрешено. Mm-hmm.
тебя я бы точно не боялся. Скоро отнесу тебя в комнату. Ugh.
Woo!
Поражена. Очень немногие попытались бы это сделать. Можно взглянуть? Не царапины. И смола внутри в полном порядке. Ты не разочаровываешь меня. Включи меня к хиральной сети. Тогда я смогу начать исследование. Сейчас.
Спасибо. Я действительно убеждена, что эта смола имеет отношение и к тварям, и к выходу смерти. Ведь смола и темпоральные дожди – ключевые элементы экосистемы, возникшей после выхода смерти. Подобные резкие изменения окружающей среды приводят к исчезновению не сумевших адаптироваться организмов. Остальные же приспосабливаются благодаря энхансерам, участкам ДНК, дающим успешным организмам преимущество. Это ключевые генные факторы эволюции. Но существуют гены с противоположным эффектом. Они вредят организмам. Как их называют? Факторы вымирания. Это семена совершенствования и устаревания. Эти факторы могут таиться внутри нас всех и ждать решения судьбы. И так было всегда с момента зарождения жизни. В этой смоле могут быть спрятаны доказательства. Свидетельства генетических решений, которые могут помочь нам найти верную дорогу. В любом случае, благодаря тебе, я теперь смогу детальнее изучить состав смолы. Любыми интересными находками я с тобой поделюсь. Молодец, Сэм. Ты даже не представляешь, как мы продвинулись в изучении выхода смерти. Еще раз спасибо, что принес мне тело мамы и тот аммонит. Кстати говоря, я достиг хороших результатов в исследовании пуповины. Я сравнивал данные с кое-какими из восстановленных архивов. Слушай, можешь зайти в лабораторию? Подготовка к подключению ретранслятора наконец закончена. Если ты соберешь необходимые для восстановления материалы и принесешь их сюда, я буду очень благодарен. Отлично. Вступим в новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал до... Если бы вы все могли работать как вы. Оружие разрешено. Все чисто.
Добро пожаловать.